Добрый день. Позиция заглушка в ремень безопасности. Предназначена она для тех машин или для тех людей, кого раздражает мигающий сигнал на панели непристегнутого ремня, или у кого это сопровождается звуковым сигналом. То есть она просто щелкивается в консоль ремня безопасности. Идет она в двух видах, либо два в одном, либо есть еще одна заглушка, которая может также снимать сигнал, и в то же время, когда при необходимости, вы можете сюда защелкнуть свой ремень. То есть два вида.